Здорово всем, это The Binding of Isaac Afterbirth, и мы играем за Азазель. Но интересный момент, то есть как все было. Я записал первую серию, вот об этой истории я и говорил на стриме, кто приходит, тот узнает и бывает в курсе всех событий. В общем-то, я играл, записал серию, думаю, ну время еще есть, пойду чайку налью и запишу вторую серию. Но у меня небольшой косяк с геймпадом. Вот как вы сейчас видите, я вот его отложил, но у меня персонаж сдвигается немножечко влево. Я ушел, ну, то есть игру на паузу не ставил, просто думаю, сейчас вот закончил запись, остановил и оставил, геймпад отложил, думаю, пойду чайку налью. Пошел наливать чаек, и мой персонаж двигался, зашел в дверь, и меня там, соответственно, убили. Я прихожу и такой, чего, не понял, а потом думаю, вот в чем проблема. Меня вот таким образом, вот видите, иногда работает, иногда нет. Вот сейчас сам не сдвигается, вот теперь снова сдвигается, то есть быстрее теперь пошел. Нажимаю вправо, не идет. Нажимаю влево, вот у меня что-то с левым стиком именно в положении влево. Вот еще быстрее, то есть все. На геймпаде я никакие кнопки не нажимаю, он сам туда плывет. Вот такие пирожки. Поэтому пришлось переиграть. Но думаю, не страшно, не критично, да? Переиграем. Чего уж нам, кабанам? Мы уж как-нибудь сами так. Переиграем спокойненько, и все будет хорошо. Есть интересный кубок, который я получил в святой комнате. Есть несколько шприцов. Есть символ М, есть молочко, HP up дважды или трижды было. Ну и Ultimate Grand Supreme, там различные пилюли и всякая шантропа. В общем-то, наборчик хороший, не хуже того, который был у нас в прошлой серии, в первой, за Азазель именно. Вот пришлось так вот облажаться мне немножко, но думаю, что ничего страшного не будет из этого. Переиграем. Так, ласт. Ласт, не ласт. Сейчас мы тебе ласт уделаем. Быстро. Вот по-прежнему здесь не замечаю я такой штуки, как увеличение длины выброса слюней или что там. Я не знаю, что это у Азазель. Так. Азазель я узнал, я посмотрел. Есть, да, есть женский вариант, есть мужской вариант, якобы падший ангел. Но, честно говоря, он только есть, судя по всему, в еврейских каких-то преданиях, скорее всего, я так понял. Потому что в Библии о нем вообще никакого упоминания нет. Про Азазель вообще ничего не сказано. Так, 99 бомб, да? Да, 99 бомб. Ну, хорошо. Это радует, что 99 бомб. Сейчас будем куражиться, раз у нас 99 бомб. Помочь, да где-нибудь, да что-нибудь-то вскроем. Но что-то не фартит пока. Может, тут где-то? Нет, тут, наверное, не бывает, да? Ну ладно, ладно, сейчас точки соприкосновения опять искать. Это, конечно, хорошо, но скучное занятие на любителя. Так, есть еще не открытые комнаты. Здесь что ж, точно ничего не найдем. Так. Ну вот здесь как вариант, только вот где комната с сердцем, там, по-моему... Нет, тут никак, тут ничего. Вот не люблю я вот эти уровни, потому что здесь как-то менее очевидно. Хотя вроде принцип тот же самый, но вот сейчас повезло. О, привет. Ты что хочешь мне сказать? Он вообще что-то исчез. Странно, его, видимо, либо бомбы зацепило, либо как. Я так и не понял, что за штука такая. Так, этот чувак жадный, его нельзя давать монеты. Он забирает у меня мои же монеты. То есть нашел я такого перка. Ай, блин. Ключ зачем-то использовал. Так, хорошо. Здесь, по-моему, будет сейчас... Нет, не черные оказались. Ладно. Poison Tears, кстати, вот еще есть хорошая штука. То есть заражаются и соседние монстрики. Очень классная штука. Не сразу понял, что почем, но работает хорошо, на ура. Так, длинная комната. Здесь у нас тоже длина шеи. Ну, я думаю, что сейчас справимся быстренько. Так, хорошо. Хорошо. Так вот, продолжая тему Азазель, это даже, по-моему, даже не то, чтобы где-то указано, а, скорее всего, как, наверное, предположение, что такой-то, такой-то падший ангел там научил сражаться, там что-то такое. В общем, не знаю. Так, хорошо. Семерочка. There are even more options. Ну, хорошо. Дополнительные опции. Так, бомбочки у меня навалом, монетки задонатим. Тридцаточку сделаем, пускай. Будем улучшать потихонечку магазик. А вот до чего-нибудь дойдем. Так, хорошо.
Здесь мы разобрались, еще несколько комнат. И можно передвигаться дальше. Это хорошо. Привет. Ох, вы какие. Ребята. Так, сюда. Ага, здесь масочники летающие. Сейчас сольем. Это вообще с крылышками. Забавненько. По-моему, единожды такое попадалось нам, да? Не могу дважды взорвать. Ничего нет. Бывают здесь двери попадаются. То есть спуски. Как это, подвалы. Не двери даже, наверное. Ну ладно, ладно, ладно. Так, еще есть лазерная указка у меня. Такая вот замечательная штука. Ну, она тоже урон наносит. Не сказать, что прям супер-мега-трупер, но все-таки. Так, здесь, по-моему, бесполезно. Не стоит, наверное, этого делать. Ну да, ну да, это я уж так просто балуюсь. Хорошо, значит, к боссу. Значит, к боссу. 92 бомбы. Жирно жить не запретишь. А, мамашка. Хорошо. Долго, видимо, надолго это будет. Но у нас Poison. Poison Tears. Вещь-то зачетненькая. Угу. Короткий у нас, опять же, глаз лазерный. Лучше было бы, если бы подлиннее как-то было. Ну, нормально, ладно, и так справимся. Чё, я уж так придираюсь просто по мелочи. Все жду, когда у меня будет длинная струя, но почему-то этого не происходит. Как-то странно даже. Может, это было в Реберте или просто в Айзеке. Не помню, но где-то точно было. То есть длина менялась, характеристика длины... Ой, как же так-то? А, на глаз напоролся. Я думаю, что ж такое-то? Пока. Угу. Так, ложка. Speed up. Куда уж еще выше-то? Отлично, берем белое сердце, получаем еще одно красное, да? Так, сундук, сундук, сундук. Что у нас в сундуке? Ничего хорошего. Так, спиннер. Что дает спиннер? Damage up. Ну вот за damage up респект. Еще можно потратить два, я думаю, сердца. На Demon Wings. Хотя бесполезная штука. У нас и так уже крылья-то есть. Ладно, ладно, ладно. Погружаемся. Тум-дум-дум. Отлично. Три сердца таких, три дополнительных. Три классических, три дополнительных. Отличненько, 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 отличненько. Все у нас в шоколаде. Лик и мол есть. Шарик. Еще бы второй найти был вообще зачетно. Но пока, увы, ах. Будем довольствоваться... Одним пока. Это у нас Touch Fuzzy Get Dizzy. Вот лучше я его возьму, потому что скорость у меня и так высокая. Бессмысленно это барахло с собой таскать. Одно и то же однотипное. Ну, вот так вот вам. Во. Ай, не надо было забирать. Блинский. У меня, кстати, идея такая была, что забирать лучше белое потом сердце, когда уже босса победил туда и сюда. И просто пришел, забрал и повысил себе здоровьице, да? Ну, вот сейчас случайно получилось. То есть резко... Практически само забралось, наверное, да, если так говорить. Чё надо тебе? Слышь ты, Вася. А Вася сейчас ничего не сможет сделать, он здесь на этот островок-то не переберется, он же туповатый. Ну, Вася. Василий. Ну да, я же говорю, ты же не доберешься сюда. Ты же будешь гаситься там. Так, may nothing stand before you. Ну, страшно. Мы и так летаем. О, еще одна комната. Уже была такая комната. Вот, честно говоря, я даже не знаю, что делать. Пойти, не пойти. Давайте рискнем. Туруп, туруп. Ну, спасибо. Спасибо. Угу. Все, свободно. Свободно. Так, что еще? Ключик. Tastes like burning. Это все гореть будет. Тоже не особо удачная штука. А это у нас Master of Lockpicking. Ну, ключи есть. Бессмысленно, в общем. Ну, ладно. Ничего не потерял. Крылья. Приобрел. Ладно. Надо сохранить белое сердце. Но слоупок. Ну, случайно. Как-то поторопился. И вот случайно взял это сердце. Зараза, вот не фарт прям. Хотел ведь сделать красиво. Ну, все. А, не, не все. Оно же у нас перекрывает, получается. Так что мне надо не потерять синие сердца. И тогда я буду вообще... лютовать и радоваться, да? Ну ладно. Так, привет. С вами-то мы договоримся всегда, да? Да. Вы нормальные ребята. С вами несложно будет договориться. Деньги воруют опять. Пьюберти. Бомбочки. Черед. А, отлично. Что белый дает? Infested. Паучки за мной будут бегать. Хорошо. Пускай бегают.
Так, это у нас споры. Споры длятся и не заканчиваются. Я быстрее соберу, не надо. Жадина. Не. О-хо-хо-хо-хо. Хотел, не смог. Так, босс уже рядом. Здесь у нас что с этой комнатой? Может быть, здесь, кстати, секретик. Угу. В основном здесь секретики, да. Ладно, бомб много. Угу. Ну, вот уже лучше. Так, здесь можно хорошо прокачаться, но не всегда. Have you seen the exit? Да, видел только что, он там недалеко. Твоя принцесса в другом замке. It calls out to its brothers. Вот что-то не очень вещь, на самом деле, такая. Сомнительная, под вопросом. Так, challenge me. Ну, challenge me мне точно не надо. Вот так, хорошо. Монет все равно нет. Потом, конечно, опять будут писать, что вот, зря ты это сделал, ты бы мог здесь нафармиться. Ну, да ладно уж, невеликая потеря. И так вроде неплохо. Живем пока. Так, длинная комната, длинная комната. Хорошо, кто здесь? Длинношейки. Ну, с вами тоже можно быстро разобраться. Так, 10 монет. Ага, вот только что говорил. Монет нет. Зачем они мне нужны? Нафармиться. Ну вот, монеты появились. Ладно. Эй, ладно, чё, из-за мелочи сейчас буду ругаться. Ни к чему, не стоит от того. Так, может быть, здесь, кстати, быть. Ну да. Вот, пожалуйста, фармимся дальше. Не до такой степени. У меня, по-моему, удача низкая. Я удачу не особо прокачал. Короче, это долго. Тоже я этого делать не буду. Сердце оставим. Так, мне главное не слить бы своих два сердца синих, а там уже будет лучше. О, привет. Пока. Что-то много комнат, оказывается, еще. Так, самоистязалку не буду использовать. Сюда бомбу поставим. И здесь пару раз шибанем. Авось да повезет. Может, какой-нибудь люк. Хотя нет, по-моему, здесь люки. Вот в этой части. Вот, я не уверен, что здесь вообще есть люки. Есть также книга у меня с бомбами. Вот про нее-то я забыл сказать. Ой-ой-ой. Спорики. Опять споры гремят. Ну-ну. Так. Ладно, хоть не другие враги. С другими бы тяжело было. Со спорами-то просто все. Так, монета. Комната баталий. Комната баталий. Рискнуть, что ли? А, давайте. Еще греха таить. Рискнем, подумаешь. Тут боссы будут такие, лавочевские в основном. Мы постараемся сделать красиво. Просто сделаем красиво и все. Свободен. Свободен. Он, по-моему, один на всех, да, здесь здоровье у них один на всех. Ну, не совсем. Ну, ладно. Так, кто еще? Давайте, следующего нам. Червячки. Червичеллы. Так, кто еще? Ага, и Чабик. Ну, с Чабиком можно вообще здесь сидеть, вот, в дыре вот в этой. Он даже не среагирует никак! Ну да. Сказал про одно, сделал по-другому, как всегда, да? Ну, иди сюда, чё ты? Ну, ниже иди. Валенок. Ну, неплохо. Потерял одно сердце. Да и фиг с ним теперь. Так, что у нас здесь? Это Protection. Fatal Protection, Umbilical Cord. Ну, ладно, давайте оставим. Пусть чай будет. До конца не знаю, что оно делает, но вроде как защита какая-то. Protection, значит, нормально все. Так, ладно, босс. Босс. Кто у нас там будет? Главное... Так, можно потерять одно синее сердце, но лучше вообще ничего не терять. Так, Локи. Ну, Локи. Лалыч. Ух, сам нарвался. Сам нарываюсь на эти фигулины. Потом жалуюсь, что вот... Не хватило Коле керосину. Поехал Коля в город по бензин. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну.
Ну ничего, можно успеть. Можно все сделать по красоте вообще. Вот, примерно так. Так, damage плюс range up. Damage это хорошо, range up это отлично. Что предлагают? Опять кошачку. А, ну я здесь был же. Так, ладно. Смотрим. Погнали. Удачно, удачно получилось то, что белое сердце не заполнило... Не заполнилось раньше. Бумп. Бумп. Так. Черед. Это ребята мутные. С ними будет не страшно. Ага, спасибо. 95 бомб. Можно вообще все взрывать. Везде. Demolition Man. Так, это у нас слот. Кислотный паренек. Book of Sin. Нам пока не надо. Challenge Me. Значит, тем более не надо. Без Challenge Me как-нибудь проживем пока. Ну, ждем. Остается один босс. И, может быть, что-нибудь новенького откроем. Какие-нибудь челленджи очередные. Или еще что-нибудь похлеще. Так, возможно... Что у нас там было? Что-то такое. Соприкосновение, точка. Вот тут может быть. Не густо. А здесь, по-моему, нету. Ну да. Во втором вумбе, по-моему, нет. Вьютер есть, вумбе нет. Вумб. А может и есть. Опять могу врать. Ну, короткая, слишком короткая струя. Ну, как так? Как же? С помощью чего увеличивать-то это? Угу. Смотри, как я могу. Вообще могу тебя не трогать. Так. Далее, 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 далее. Так, здесь снова головы, маски. То есть... Так, лавируем, лавируем, лавируем. Уничтожаем вот эту ерундистику. И все. Так, 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 так. Поглавное вот этих головастиков разбубенить. Остальное уже не важно будет. Свободно. Не люблю я этих ребят. Слишком долгие. Ну ладно. Нет, не фарт. Не фартит нам, не фартит. Кто где? Угу. Так, хорошо. Отлично, может быть здесь. Ну, вот не помню, по-моему, в этом нет секрета. А нет, есть. Опять же, наврал я. Сам себе вру. Не только себе. Так, здесь могут быть какие-то вещи. Ну, опять же. На редкость, на редкость. Здесь паучки будут. Да нет, смотри-ка, монеты. От чего зависит, тоже не знаю. Наверное, случайность. А, это я сам. Сам с собой опять дерусь. Моя монетка. Так, кашечники. Ну-ну. А бесполезно, здесь слишком много препятствий, поэтому вообще невыгодно этим заниматься. Монетка. Много комнат, однако. Ух ты ж, ёкалэ. Вот это я не учел. Эта штука-то закатилась вниз. Зараза. Подлая. Сволочь. Так, сердце... Мне не хочется покоя. Угу, угу. Все, свободны. Хватит кататься. Так, здесь что? Может быть, хоть что-нибудь? Нет. Не канает, а не прокатит. Так, головы. Летающие. А вот и босс. Так, хорошо, монета... Иди забирай, жадина. Ты же жадина, я тебя знаю. Здесь нельзя пройти, ничего нет такого. Нет. Пока все. Так, как же... Ой, как неудобно в эту комнату идти. Ну! Ну давай! А, во-во-во. Опять эти гондурасы. Так, главное не потерять здоровье сейчас. Это обидно будет. Будет очень обидно. Пиявочи.
Эх ты, какая сволочь. Ладно, сердец много. Пойду заберу. Пойду заберу сердец. Так, вперед, 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 вперед. Отлично. Чик. Ну вот и все, я счастлив. Так, итак, босс. Черед, воспользуемся. Вещь-то полезная, кстати. Таким вот образом. Глаза эти дурацкие опять. Айзек, что? Здесь я. Уже здесь. Ну, дело такое. У нас и мухи есть тут, и всякая шундропа. Шушера всякая. Неплохо так защитная у меня. Механизма. Ну давай уже. Высаживайся уже там куда-нибудь. Что-то как-то так неплохо, кстати. Или Umbilical Protection так срабатывает, что мне как бы вообще пофиг. Вот это интересно. А нет, наврал. Не срабатывает тут ничего. Ну-ну. Все равно как бы не получится у тебя ничего. Фух, ну отлично, смотрим, что мы откроем. Что новенького нас ждет в этой игре? Она полна таинств разных. Peanut butter, что ли? О, это мыльные пузыри. Или что это, я не знаю. Так, rubber cement. А-а-а, вон оно что. Понятно, пластер по-другому, или как это называется. Ну что ж, вот мы и прошли за Азазель. Правда, корявым таким забагованным способом, что у меня геймпад меня подставил, у меня персонаж ушел в другую комнату, и все, и конец. Ну ничего, прошли, перепрошли, неважно. В общем, встретимся в следующих сериях. Всем хорошего настроения, будьте здоровы, пока-пока.